Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в заключительном уроке видеокурса «Прибыльный интернет-магазин». Я вас поздравляю, вы дошли до самого конца. Пусть был нелегкий, много материала, который нужно было запомнить, усвоить, но вы это сделали. И в последнем бонусном заключительном уроке я хочу вам показать, наверное, немаловажную вещь. Это бегущая строка. То есть это что-то, что должно привлекать сразу взгляд человека, который зашел к вам на ваш магазин. Это то, что вы хотите ему как бы скормить сразу же. То есть донести информацию до него быстро, чтобы он ее нигде там не потерял. А сразу был осведомлен о какой-то вашей, возможно, акции или еще что-то вроде этого. И вот здесь в углу я сделал пример, как может быть выглядеть один из вариантов бегущей строки. То есть любой ваш текст может вот так вот, например, печататься в несколько этапов. И отображение вот именно текста можно вывести разными способами, то есть визуально, разными другими способами. И, соответственно, это у нас модуль, и мы можем вывести в любой части нашей модульной позиции нашего шаблона. То есть я посчитал, что здесь около кнопки «Корзина» виден текст хорошо, так как человек, когда заходит на сайт, он смотрит сайт по диагонали, то есть он смотрит слева направо, он видит правый угол сразу, и потом вниз идет справа налево вниз по сайту. Поэтому вот это место очень хорошо, очень быстро попадает в поле зрения человека, этот правый верхний угол. Давайте переходим на наш сайт, в админку. Далее мы переходим в расширение менеджер модулей, нажимаем «Создать». Выбираем HTML-код. Данную бегущую строчку мы выведем тем же плагином Ultimate Shortcode, который мы установили с вами в прошлом уроке. Как-нибудь модуль называем. Позицию выбираем Toolbar R. Но опять же, вы уже сами определите, где вы хотите его разместить. Я пока размещу здесь. Заголовок скроем, состояние опубликовано. Привязка меню делаем на всех страницах. Основные параметры обрабатывать плагином, ставим «Да». Все, наш модуль готов. Нажимаем теперь «Вставить шорткод» кнопку. И выбираем вот такой вот инструмент «Причудливый текст». Кликаем по нему. И вот здесь вот у нас в подсказке написано. Поставьте слова, отделяя их запятой. То есть, смотрите, если вы хотите разбить текст на несколько строчек, то вот здесь вот вы удаляете примеры «Тест 2», «Тест 3», «Тест 1». Просто заменяйте текст на свой. Можете просто вот так вот все удалить и пишем. Я набрал какой-то произвольный текст и пока запятую не ставлю. Дальше тип. У нас есть 10 типов. Первый тип – это у нас просто вид, то есть визуально, как будет появляться текст. Как вы видели вот здесь, вот тут как раз показан первый тип. Текст как бы печатается, потом выделяется и исчезает. Ну, давайте с него и начнем. Прокручиваем ниже, и мы можем сразу нажать вот здесь «Предпросмотр» и видеть, как у нас все работает. У нас вот, видите, набирается текст. Также он будет выглядеть там. Если текста много, хотите разбить на несколько строк, то ставьте запятую, и будет у вас, как у меня вот здесь. То есть часть текста появляется, исчезает, начинает набираться новый текст. И типы менять. Сейчас я вам покажу, как можно уже будет внутри модуля это все менять. Нажимаем «Вставить», вот так выглядит шорткод, и нажимаем «Сохранить». Идем на сайт и смотрим. У нас с вами все получается. Ну, тут дату можно отключить, чтобы она не двигалась. И у нас вот такой вот текст набирается. И типы. У нас их было 10 штук. Мы можем, не заходя в плагин Ultimate Shortcode, сразу вот здесь в конце, например, поставить двойку, это уже будет действовать тип 2. Сохраняем. Обновляемся. И смотрим. Видите, текст просто как бы проявляется. Но тут у нас есть такой нюанс, что текст у нас как бы склеился, да? Здесь уже надо смотреть. Возможно, слова какие-то, слишком длинное предложение, его, наверное, лучше будет разделить запятыми. То есть прямо здесь сегодня действует акция, например. И ставим запятую. Попробуем вот так. Обновляем страницу. Некоторые не подходят, видимо, почему-то пробелы здесь не учитываются. Давайте попробуем третий вариант. Обновимся.
сегодня действует акция, вот здесь вот сейчас видно, пробелы есть. Вот видите, вот такой, например, вариант. Буковки как бы поднимаются снизу и потом назад ускакивают. То есть здесь уже смотрите, как вы считаете, лучше будет смотреться у вас в вашем интернет-магазине. Ставим 4. И вот домашним заданием будет вам просмотреть все 10 вариантов и определиться, какой вариант будет лучше смотреться у вас на сайте. Некоторые варианты, видите, не совсем подходят. У нас буквы сливаются вместе. Возможно, это связано с модульной позицией. Попробуйте в другом месте, в другом модульном варианте, возможно, будет лучше смотреться. И напомню вам, если вы хотите текст отображать здесь, где я, и вам дата здесь вот это мешает, я вам напомню, где это отключается. Переходим в расширение менеджер шаблонов. Заходим в наш шаблон. Переходим на вторую кнопочку в нашем шаблоне, да, и вот здесь вот дата ставим нет. Это мы отключаем отображение даты на сайте. Давайте обновимся. И дата у нас исчезает. В принципе, на этом вот все. Пробуйте, смотрите. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!